И продолжаем выпуск. Алейский филиал МФЦ Алтайского края стал победителем всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» по результатам 2020 года. Это уже третья победа нашего региона на престижном конкурсе. На этот раз в номинации «Лучший МФЦ» в категории средних городов наряду с учреждениями Республики Башкортостан и Ненецкого автономного округа. Добавлю, ежегодно в конкурсе участвуют около 70 субъектов Российской Федерации. Многофункциональные центры оцениваются по разнообразию предоставляемых услуг, удобству режима работы, отзывам посетителей, а также наличию дополнительных услуг и сервисов. Мы очень рады такой высокой оценке на федеральном уровне нашего проекта по предоставлению бесплатной юридической помощи, но еще более приятным и неожиданным стало оглашение результатов конкурса 2020 года, включение нашего Алейского филиала в число победителей. Я очень горжусь своими коллегами, всем своим коллективом и от души поздравляю с заслуженной победой.